Сотрудниками управления уголовного розыска МВД по Республике Карелия пресечена деятельность организованной группы, участники которой подозреваются в мошенничестве в отношении пожилых граждан. Злоумышленники действовали по следующей схеме. В квартиру к пенсионеру приходил молодой человек в спецодежде и сообщал о необходимости проверки газового оборудования. Затем он осматривал трубы и давал незначительные рекомендации. Избегая слов, обозначающих факт продажи, лжегазовщик уведомлял хозяина жилья, что в рамках федеральной программы ему положена льгота при установке анализатора утечки газа. После этого требовал предъявить пенсионное удостоверение и расписаться в реестре льготных категорий. На самом деле потерпевшие подписывали квитанцию на оплату услуг. Затем он монтировал принесенный с собой прибор и объявлял, что следует заплатить около 7 тысяч рублей с учетом скидки. Якобы полная стоимость превышает 13 тысяч рублей. Некоторые потерпевшие отдавали деньги сразу, другие отказывались, поясняя, что ничего не собирались устанавливать. Тогда им сообщалось, что в целях безопасности устройство не может быть демонтировано, хотя на самом деле оно крепилось на двухстороннюю клейкую ленту. Было возбуждено уголовное дело по статье 159 Уголовного кодекса Российской Федерации. В результате оперативно-розыскных мероприятий нашими сотрудниками задержан предполагаемый лидер группы – 30-летний житель Краснодарского края, а также пятеро его сообщников. Судом в отношении пяти подозреваемых избрано мера пресечения в виде заключения под стражу. В настоящее время фигурантам инкриминируется не менее 30 эпизодов противоправной деятельности. Предварительное расследование этого уголовного дела продолжается.